Сейчас даже на международном уровне трудно вспомнить, когда какая-то команда проигрывает другой 8-0, поэтому, разумеется, настроение наших игроков было не лучшим. Мы понимали, что надежд на попадание на чемпионат мира остается очень мало, но, тем не менее, я сказал им, чтобы они старались максимально выложиться в этом матче. И думаю, что мы провели неплохой матч, выиграли 3-1, конечно, и здесь нам где-то повезло, где-то не повезло, но в целом это была победа, и мы должны теперь думать о том, как сыграть со Швецией дома. Сразу хочу сказать, что мы выпустили Депа и фактически перешли на схему 4-2-4. Могли забить еще до этого, имели 2-3 хороших шанса в первом тайме, и если бы удалось их реализовать, то, возможно, игра пошла бы по-другому. Но чем больше держался счет 1-0, тем больше у хозяев было желание его сравнять, и у нас не было настоящего контроля над матчем. Поэтому, когда стало 1-1, это было в чем-то логично. Нам повезло с пенальти, и вообще повезло, что мы выиграли 3-1. Мы должны принять этот результат.